1 июля считается днем изобретения солнцезащитных очков. Именно к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Да и сезон отпусков не за горами. Как выбрать качественные очки и не переплатить? Ответы в нашем сюжете. Первые солнцезащитные очки стали носить еще в 17 веке. Этот летний аксессуар и сегодня весьма актуален. Екатерина Зайцева собирается в отпуск и озадачена поиском новых солнцезащитных очков. Ей хочется выбрать не только модную вещь, но и качественную. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей оптике. Меня зовут Надежда. Чем я могу быть вам полезна? Мне нужны очки для отпуска. Ультрафиолет – главная опасность для наших глаз. Излучение влияет на роговицу и может вызвать ожог. Поэтому очки в первую очередь должны защищать от солнца. Как правило, степень защиты указывается на бирке. У нас есть специальный аппарат, который демонстрирует защиту от УФ-лучей. 400 – степень защиты максимальная, идеально подходит для отдыха в жарких странах. В городе подойдет показатель чуть меньше – 380. От бликов хороши очки с поляризацией – это способность поглощать свет. Такие линзы спасают глаза на ярком солнце. Они блокируют и тем самым дают наибольший комфорт. Их рекомендовано как раз брать с собой в теплые страны, когда вы едете отдыхать. На поляризацию проверить очки легко. Делаем на телефоне белый экран. На его фоне стекла очков будут то светлые, то темные. Значит, поляризация есть. В оптике протестировать очки можно на специальном приборе. Цвет линз лучше выбирать черный или коричневый. Все, что касается розовых, голубых, они дают очень мало защиты на глаза. Красные, розовые, они вообще раздражают нервную систему. В качественных очках изображение должно быть более четким, чем без них, даже если зрение стопроцентное. И цена на качество не влияет. Потому что можно купить и дорогие очки, но при этом у них не будет особой защиты. А можно купить и достаточно бюджетный вариант очков, и они будут прекрасно защищать глаза. При выборе очков нужно обратить внимание и на прочность конструкции. Тогда очки прослужат долго и надежно защитят глаза на ярком летнем солнце. Да, это то, что я искала. Если очки соответствуют всем нужным параметрам, а главное, подходят по внешнему виду, значит, смело можно покупать. Поздравляем вас с покупкой, у вас прекрасный вкус. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.